вами, Елисей, сегодня буду челлендж делать, то что дофигища гоблинов. Это как бы, здесь еще есть такой ледяной дух, которого я решил использовать, и такая дека. Сейчас я буду играть с другом. Это наш клан, он называется Киллеры Миха, то есть вступайте. Да, клан пока еще ни разу, только вот сегодня создали. И сейчас мы здесь начнем делать. Вначале мы снесем по каждому по вышке. Да, и будем ставить коллектор еще. В огромном количестве, причем эти коллекторы будем ставить. Ой, что-то я хрена вообще сделала. Вот эта штука сносит полностью башню. Даже их можно планировать. Пека. Они-то убьют его, но, блин, они дышку-то не снесут. Ты думай, когда пеку пускаешь. Сейчас. Вот это ты зря пустил. Вот это ты реально зря пустил. В том-то и дело, то, что у меня тут гоблины дротиком. Ха-ха-ха. Да. Стой. Они снесут их. Все, стреляй. Все, молодец. Ой, вот это ты случайно был, побочный эффект. Да, ставь коллекторы. Все, чувак, сейчас спускается вот куча гоблинов. А вот это тоже будет немного побочный эффект. Супер, еще один коллектор куда-нибудь сюда. У меня есть. Не, я уже заставил то, что мог. Да потому что все, я уже врач. Что ты сделал с моими чертовыми гоблинами? Ладно, хорошо. Блин, ну что ты рояль гиганта пустил? Ладно, в общем, проехали. Где мой дух? Дальше, потом. Пусть они просто так скелетов подошли. Мне нужно освободить от этих карт. Да, смотри, сколько у меня уже сборщиков стоит. У нас 2 минуты осталось. Угу. Все, я уже почти все заставил коллекторами. Все, Миш, смотри, сколько у меня коллекторов. Да, сейчас, пеканский. Убью. Не смотрите на это чудо! Вы посмотрите, сколько здесь этих дебилов просто! Сколько их! Это просто что-то с чем-то! Давайте посчитаем, сколько здесь гоблинов, если я смогу посчитать. Блин, штука закрыла всех гоблинов наших. Не, скелет слишком. Давай так. Сейчас еще раз попробуем это сделать. Сейчас, кучу. Не, народ, вы это видели? Их было куча просто. 8 коллекторов стояло. 8. Только ты понял, кто как делать, да? Понял? Да, я понял. Да ладно. Главное, чтобы они хоть что-то снесли. Да, снесу, все, нормально.
Ну да, они. Угу, да. Ну, блин, если я сейчас пущу гоблинов, они пойдут на ДФ. Ну, пойми, мне их нужно выпускать. Ну, сейчас немного интернет подлагивает. Ой, вот это я случайно. А, да, ладно. Ну это точно. Я пока коллектор ставлю. Стой. Но они вряд ли что-то сделают. С этим я полностью согласен. Что мне они сделают точно? Блин, они на коллектор пошли. Так, сбрасываем за чего. Небольшой верх. Ой, блин, не думал то, что делаешь-то. Ну я то же самое делал, я клон выкину. Кстати, здесь биомасса придет. Биомасса пропала, ты заметил это? А, не-не-не-не, вот привет. Блин, твой этот ёбок заморозил мой коллектор. У меня постоянно куча эликсира в избытке. Раз, два, три. Погнали, погнали, погнали. Погнали, планируем все подряд. Это просто супер тусево гоблинов. Гоблины тусят. Это гоблинское тусево. Да, я успею их пропланировать. Тун-тун, я их планирую уже. Опять дофигища гоблинов. Опять. Вот сейчас да, их, кстати, больше получилось. Они вообще влазят за все рамки. Подожди, я кое-что придумал, чтобы их больше, реально очень было. Еще больше стало. Я думаю, надо взять. Кстати, народ, на днях мне выпало несколько легендарок. Это еще один физмаг. Бревно, это из обычных, бревно мне выпало из, давай еще из вот этого испытания, народ. Дальше потом принцесса мне выпала из этого королевского и ледяной маг из кланового сундука. В общем, вот у меня так с легендарками довольно хорошо. На этом видео я, наверное, буду заканчивать.